Стрельбой окончился футбольный матч в Караганде. Команда «Жинес» и «Астана» завершили игру в ничью со счетом 1-1. Однако фанаты устроили драку, в ходе которой прозвучал выстрел. Болельщики обеих команд садились в автобус, когда стали выяснять отношения. Очевидцы предполагали, что стрелял один из фанатов. Однако в полиции пояснили, что предупредительный выстрел в воздух из охолощенного пистолета сделал сотрудник охранного агентства для пресечения хулиганских действий. В результате инцидента пострадавших нет. Ситуация была оперативно урегулирована и дальнейших нарушений общественного порядка не допущено. Полиция призывает болельщиков соблюдать правила поведения и уважать друг друга, чтобы избежать подобных инцидентов в будущем.